Халфетдинова Камила, Республика Татарстан, город Елабуга, средняя школа номер 10. На конкурс «Дети читают стихи». Муса Джалиль, отрывок из стихотворения «Варварство». Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучи опустилось на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Они прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрел раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья. Еще не старая женщина. Она смотрела, ужаса волна. Как не лишиться ей рассудка? Он понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! Он плачет, и как лиц держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу! Не надо, мама! Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок, и плачет он, и голос его тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас сдохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. Он закрыл глаза и залила кровь. По шее лентой красной извиваясь, две жизни на земь падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь.